Всем привет, ребят, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду записывать 9-ю серию «Нелюбимая дочь». Но при начале этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Вот так вот. Ну а мы начинаем. Я вас люблю, помните. Так, уже утро, где дети ходят? Сейчас, подождите. А ну, подъем! Не слышит. Ну, хорошо. Подъем! Встаем, мы встаем. Вот и отлично! Завтракайте и пойдемте. Не забудьте взять попить. Так. Сейчас у нас будет балет. Окей. Так, балет, да? А, ой, сейчас балет для этих танцулек. Ну, точно не для нас, мужиков. Так, мальчики, для вас особое приглашение нужно. Оделись и идем на балет. Ой, сейчас, подождите. Надо переодеться. Господи, занимайся так. Хорошо. Так, распределяем воду, положите. Так. Майкл идет к Саре. Джей идет к Ли. Ну и Сэм идет к Джонни. Джинни. Танцуем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ай! Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ай! Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ай. Мальчики, хватит нам наступать на ноги. А вы хватит нам перечить. Вот именно. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Отстань. Так, сейчас. Теперь эта пара танцует. Эти пары танцуют. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Да ай, мальчики! Мы не хотим заниматься балетом с этими неуклюжими. Все, идем. Мальчики, хватит наступать на ноги! Они тоже нам наступают. Они не наступают. Все, вышли. Я вас выгоняю. Ну, пожалуйста. Да, пожалуйста, нам пофиг. Свидание. Здравствуйте, вам не нужны мальчики, которые занимаются балетом? Нужны мальчики. Хорошо. Вы здесь жить будете? Нет, мы будем сюда приезжать. Хорошо. Приступаем сейчас. Девочки, переодеваемся на балет. Опять с этими неуклюжими? Нет, у нас новые.
Я их выгнала, этих неуклюжих. О, хорошо. Ой. Хорошо. Так. Как вас зовут, мальчики? Джон. Джон идет к Саре. Переоденьтесь, мальчики, только. Так. Тебя, Микл. Простите, ребята, у меня фантазии нету. Микл идет к Слиле. И Кейн. Кейн, иди к Джинни. Танцуем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Теперь другая. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Другая. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Теперь две вот этих пары. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Теперь две вот, одна вот эта. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Все, закончили на сегодня. Девочки, а вы тут живете? Да, мы тут живем. Ой, это мой костюм вообще-то. Ладно, сори. А кто-то у вас здесь еще живет? Живут. На верхнем этаже живут девочки две. Так мы их можем выселить? Не надо, там наша лучшая подруга. Я, кстати, туда переселяюсь. Пойдемте. Да, пойдемте. Пойдемте, девочки. Наконец-то. Да, я занесла эту девочку. Привет! Привет! Как я рада тебя видеть! Пойдем ко мне. Ой. Ладно. А пойдем-ка? Типа, тоже. Пойдем. Пойдемте. Девочки, у нас новый директор. Пройдемте. Вы что, его не увидели? Нет. Пойдемте. Пойдемте. Папа. Девочки, да. Папа, папа, папа. А можно мы переселимся вот с ней вместе? Конечно, можно. Спасибо, папа. В смысле? Окей, мы тогда с ней переселимся. Хорошо, девочки. Мы пойдем вещи собирать. Так, но в шкафчике не надо мне ничего собирать. Все равно там тренировочная. Тут моя повседневка и мое полотенце. Идем. Да, пойдем. Кстати, я давно забыла здесь свое полотенце. Здесь больше ничего нет моего. Кстати, а где твой шкафчик? Вот. Ого! Он такой крутой. Дашь поносить? Ай, ладно, я шучу. Ладно, можешь, можешь. Спасибо. Так. Ай, ладно. Ставлю здесь. Так, пойдем. Это теперь наше. Знаю я. Можешь наверху поспать. Сейчас. Сестра забыла.
Спасибо, не знала. Кстати, а где твой шкафчик? Ты его только что открыла. Ого. Угу. Слушай, у тебя нет для тренировки вообще? Вот, держи. Спасибо, не надо. Как хочешь. Слушай, я на тренировку больше не буду ходить. Держи, дарю. И на балет, кстати, тоже. Папа! Что, доча? Верни меня, пожалуйста, домой. Хорошо. Вот и отлично. Хотя нет, я буду с подругой. Просто жить здесь. Нет, доча, жить здесь нельзя. Просто так. Ты должна либо здесь балетом заниматься, либо тренировками. Капец какой-то. Тогда я буду заниматься здесь балетом. Окей. Так, где мое полотенце? Так, я здесь оставлю свое полотенчико. О, пошли на третий этаж за моим полотенцем. У меня, блин, телефона даже нет. На, дарю. Я все равно им не пользуюсь. Спасибо. А, это я ничем не занимаюсь. Я занимаюсь ты. Ой, теннис это нет, ничего. Идем. Пойдем. А чего вы идете в нашу комнату? Ой, как вы не поймете? Что мы не поймем? Кейти, надо забрать свои вещи. Да. Я здесь давно живу. Ну так уж и быть. Газировку и эти чипсы я тебе оставлю. Возьми. И пиццу тоже можешь взять. Спасибо. Слушай, ты постоянно наверху спишь? Ты дома спала наверху. Сравнила дом и здесь. Пойдем. Свою одежечку забыла. Где твое полотенце? Вот оно. Окей. Пойдем. Пойдем. О, девочки, вы уже пришли? Да, мы пришли. Ладно, пойдем. Ты что-то жвачку взяла? Да, взяла. Ясно. Чья это жвачка? Да я не знаю, чья это жвачка. Ну, молодец, что взяла. Так. Ой. Так. Пойдем на нулевую в кафешку. Да, пойдем, только деньги возьмем. Так, ну я свой кошелек возьму. Окей. У меня денег нету. Да ладно. В чем проблема денег? Пойдем. Девочки, я тоже кушать. Отлично, пап. Пойдемте. Пойдем. Здравствуй, Джон. Здравствуйте. Ладно. Какая собачка. Как жаль, что нельзя питомцев. Так, ладно, девочки, в туалет.
На, пап. Вы что, сэр, не надо? Надо. Идемте, девочки. Копа. О, копа, ну да. Это мой кошелек. Ладно, пойдемте. На первый только. Идем. Здравствуйте. Здравствуй. Дождь уже не идет. Ладно. Здравствуйте, директор. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ай. Без ай мне. Доченька. Пап, не надо. Ладно, камняшка. Это повешу. А здесь кристалл. Ладно, пойдем. Да, пойдемте на второй этаж. Пойдем. Пойдем. Да, пойдем. Так. Ладно, девочки, я пойду посижу. Кем? Так, я наверху сплю. А, нет, кошель надо спрятать вот сюда. Господи, кушать хочу. Так. О, я чипсики съем. Пап, что, доченька? А можно мы пойдем погуляем с подругой? Ну, типа, по улице. Доча, а что ты спрашиваешь? Конечно. Спасибо. Пойдем. Он разрешил. Сейчас я шоколадку возьму. Просто не по уважительной причине. Давай с собой две шоколадки возьмем. Да, давай. Девочки, куда намылились? А, мы гулять. Хорошо, идите. Только без парных костюмов не уходите. То есть ты должна черный костюм надеть. Окей, пойдем. Шоколадку сожгут. Пойдем на третий этаж. Так, ладно, пойдем. Пойдем. Девочки, что? Холодно? О, спасибо, я тебе верну потом. Ок, не забудь вернуть. Пойдем. Блин, Кэти, ты точно сюда привела? Смотри, какие маленькие, миленькие крампетики. Не очень-то они миленькие. Миленькие. Кстати, ребят, еще одна свалка. Я заметила. Смотри, какие они маленькие, миленькие. Ой, не, Роба, мы его тоже давай не будем брать, хорошо? Окей. Олечка. Смотри, интересно, что здесь? Смотри, какой миленький.
Пиццу нам может дать. Ладно, давай оставим здесь. Идем отсюда. Ого, прикольно. Вот это уже круто. Смотри, какой тубик. Держи. Так, ну-ка. Смотри. Ну что, дети маленькие? Да прикольно же. Смотри, какой милый. Ну, посмотрим. Мне не такой красивый попался. Фу. Да фу. Что себе нормальный? Нет. Ой, это. Пойдем, не страдай фигней. Так, пойдем. Я хочу себе погадать. Так. Ура, мое желание сбудется. Пойдем. А ты фигней страдаешь. Нет, я нормальная еще. Так. Я хочу. О. Прикольная игра. Идиот. А что тут такого-то? Пойдем покушаем. Да, пошли гулять. Идем. Ночь здесь проведем. Нифига, тут животные. Какой милый песик. И это милый песик. Девушка. Да мне пофиг. Девушка, да вообще бомбик отстаньте, ой, какие милые. Девушка, отстаньте, ой, какие милые. Господи, сумасшедшая. Боже, сумасшедший. Я понесу палатки. С ума сошла какая-то. Отстань. Господи, я выберу себе вот этого. Это будет мой Кеша. Кеша, господи. Нашла еще имя для питомца. Тебе что-то не нравится?
Ладно, ладно. Так. Так, ладно, ставь салатки. Ой, холодно. Ага. Так, держи. Я не особо голодная. Так, ладно. Так. Так, ладно, я одену, пожалуй, вот это, чтобы было теплее. Так, не холодно вообще. Раскопочки. Раскопочки. Так. Девочки, вам что, холодно, что ли? Да, нам слегка холодно. Сэм, дай ему, пожалуйста, попить. Спасибо. Не за что. Ложитесь спать, маленькие. Что ты маленькая? Так, осталось найти ножичка. Так, надо искать всякие зацепочки. Да, прохладно, конечно. Сэм, дай мне попить. Спасибо. Так. Так, где еще может быть? Всякие зацепочки. Боже. Денежка. Ладно. Так, ладно, сейчас возьму палатку и буду спать. Ну и вот на этом я хочу закончить свою серию «Нелюбимая дочь». Всем удачи, всем пока, я всех вас люблю.